Омская область на пороге эпидемии СПИДа. Как заявляет Роспотребнадзор, критическая ситуация по заболеваемости зафиксирована в 20 российских регионах. В Кемеровской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Омской областях, Пермском и Алтайском краях и других эпидпорог превышен на 1%, в Свердловской и Самарской областях на 2%. ВИЧ-инфицированными считаются более миллиона россиян. Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения, это начало эпидемии. Однако в региональном центре по борьбе со СПИДом призывают не паниковать. В Сибири, через которую проходит наркотрафик из Азии, уровень заболеваемости всегда был выше общероссийского в 2 раза. Если же брать во внимание ситуацию внутри федерального округа, то здесь Омская область на 7-м месте из 12. С начала года в регионе выявлено 1600 случаев, на 30% меньше, чем в прошлом году. Лекарств, говорят, в Минздраве хватает. Вопрос в другом. Большинство пациентов не хотят лечиться. К сожалению, чтобы принимать антиретровирусную терапию, нужно быть еще и дисциплинированным пациентом, понимать, что ее нужно принимать регулярно, что ее нужно принимать пожизненно. Нельзя делать перерывов, дабы в организме не создать устойчивость вируса. У нас, к сожалению, 70% ВИЧ-инфицированных пациентов – это наркопотребители инъекционных наркотиков. И дисциплины требовать от этих пациентов не всегда удается.